такое. Потом кастрюлю скажешь надеть, потом еще что-то скажешь надеть. Да? Да, так надеть. Я так серьезно, что в Китае есть, ведь они могут куда-то войти, если они сделали уклон, и у них есть в браслете вот этот вот статус, они вбивают эту позу. То есть мне потом уклон делать, я не хочу. Так вот, вот видите, не сюда, да? Вот реально, смешно, так надеть. Поставьте так надеть. Дайте отказ, нам для полиции нужен отказ, что нам нарушили наши права. Я не с вами борюсь. Я не с вами борюсь. Я просто... Мы здесь хотим. Я устал, я голодный, я хочу покушать. Но это не масло. Кто их хочет сюда положил? Какими руками? Они здесь стерильные. Здесь нет сертификатов. Вы знаете, что надо все индивидуальные защиты. Это не все индивидуальные защиты. Маски есть в продаже, не дискуссии, маски в один. У вас там они сертифицированы. Ну-ка, ну-ка, давайте сертификат. Вы меня сертифицируете уже? Вам не нужны клиенты? Потому что я не хочу вас, но сейчас вы заселенцы некрасиво видите, потому что вы клиенты. Вы меня игнорируете. У вас есть распоряжение игнорировать клиентов? Вы меня уже игнорируете. Вот я вас я с вами разговариваю, меня игнорируете. Вы меня не замечаете. Понимаете, получается так, что я стою как попугай, одно и то же повторяю. Я уже сказала. Это я как попугай повторяю. Я говорю, я пришел головой с работы, я не продаю. Говорят, вот наденьте маску не стерильную, да? Почему я это делаю? Вообще, это все рекомендации. Вы же сами знаете. Вы на маску рекомендуете одеть или принуждаете нас это делать? Вы рекомендуете или принуждаете? Здесь это написано. Покажите нам здесь. Где написано, что не продавать? Где написано, что нельзя? А где? Где написано, что я обязан? Исключить допуск граждан, не соблюдайте маску и режим. Это не допуск. Сейчас полицейскому будут писать заявление на вас по указу, что с ней взят из себя. Принуждение сделать. Или не принуждайте не попадать. Это ваше право. Делайте, что хотите. Я знаю, я вас совсем так не спрашиваю. Вы меня принуждаете здесь. Или вы ее не совсем рекомендуете? Я предлагаю поступить мирно. Давайте просто мы сейчас купим, ведем от него и не припаднерваем. Ну кто он, собственно, не имеет права? Кто он это Если вот завтра вот написано постановление, Александр Сергеевич скажет, всем надеть не до ведро на голову, ну что тогда вот делать? Ну вот он написал, вот приказал, штраф 5 тысяч за то, что надел ведро, что поделать? Уважаемый покупатель, мы скоро закрываемся через 10 минут. Что-то вы будете скупать? Конечно. Ну, просто маски, если хотите, мы вам можем медицинские такие предоставить. Они не бесплатно. Вот, чтобы вы их одели. Они не ТИФ. Одели. У нас в том постановлении ТИФ – это противогаз. Или респиратор. Вы сейчас не находитесь. Вы тоже так не улучшаете, как мы. Так мы без маски только вам еще будет, потому что ваше здоровье очень сильно страдает от этого. Новость на всю Россию. Сумму оштрафовали на 1 000 000 рублей за то, что они обслужили людей без маски. Дальше, залазим. Я люблю в документах это. Заходим на сайт Мосгорсуда, находим административное нарушение. Вот это вот, где расписано, судья за отсутствие разметки. А в новостях нам говорят за то, что людей без маски обслужили. Да. Бани, мы еще говорят, что за 2 миллиона, а там 250. Что-то за разметки, не за другие разметки, понимаете, не за это. Нет такого закона. Так умирают, все от коронавируса. Нет такого закона, чтобы меня заставить маску. Говорят. Нет его. Да. Я хотим протокол, чтобы рассказывать о нас. Войдем в полицию. Нет, мы можем полицию, мы сейчас сфотографируем лица. Именно протокол выписывать на месте. Как пожалуйста. Протокол, у меня только заявление объяснение. Не, мы представитель протокола. Пожалуйста, да. Мы предупреждали, мы озвучили, чтобы нам... Смотрите, сейчас, я представляю, как вы нас порвали. Такого устного заявления, пожалуйста, 336 приказа. Понятно, мы вас не дали. Да, мы самое главное, да, что всем сказать.